Deutsche Mädels mit zwei Spielerinnen noch auf dem Feld. Oh, was ein Ding. Betone. Jetzt weiß ich zumindest mal die Position. Aber die Bombe ist down. Und die Zeit tickt. 15 Sekunden. Drin, Mädchen. Gepickt und. Ja! Ja! Und Russland. Meister bei den Asis EMC macht diesen ersten Platz im Finale gegen Deutschland. Schade, man hat sehr viel Glück. Aber trotzdem wieder mal einen Platz. Ja, danke für das Mal. Die vier Finale des Testabends. Das erste Lieblingsspieler, das war auch wieder ein bisschen schön gekommen sind. Schade, am Ende hat es nicht sollen sein. Ja, so führt also das großartige Fußballfinale ein Ende und Russland geht hier. Congratulations for first place in the ASEAN Super Nations Championship to the team of Russia. Ну, когда мужики не могут, в дело вступают девчонки, реально забирают кубки у немок. Вообще молодцы. Поздравляю. Спасибо большое. Как тебе это удалось и твоей команде? Ну, на самом деле до сих пор не осознаю, как мы это сделали. Потому что особо мы не тренировались, у нас было там... Подожди, можно я сразу уточню? Вы вообще хоть чуть-чуть тренировались? Чуть-чуть тренировал. Вот. То есть вы уже лучше сборной мужской, отлично, молодцы. Вот, как бы просто у нас в команде, я считаю, собрались именно девушки, именно лучшие по скиллу в России, одни из лучших. Вот, ну и получилось так, что мы просто оказались сильнее именно в плане, скорее всего, личного скилла и стрельбы. То есть многое мы именно взяли за счет стрельбы, я считаю. Вот. Что ж, поздравляю тебя. Огонь. А что ж, вот что это значит, что это? Огонь? Это, короче, есть видео смешное ВКонтакте, оно так и называется, огонь. Но я не буду рассказывать суть, потому что это не для видео. Вот, в общем, она очень жесткая, нам понравилась, и как бы это наша мораль такая прикольная. Вот и все. Огонь, слово, ничего не значит. Просто там чувак видео других слов в жизни не знает, кроме как огонь. Вот ты берешь у меня интервью, а я тебе, знаешь, как отвечаю? Огонь, 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 огонь. Да? Ладно, я пошел. Всем спасибо, кто болел. Мы старались. До свидания. Ну, конечно, ты же не даешь интервью, а давай. Дело все в том, что вот эта счастливая монетка, из которой мы сегодня выиграли. Это вот подарок от хорошего близкого друга из Дании. Он сказал, что она принесет счастье, так как он год ее не вытаскивал из кармана. Я считаю, что это вот заслуга вот этой монетки. Спасибо. Это все суеверие, на самом деле, не верится. Так что на первой карте не так было? Ну, мы все пришли к такому выводу, что мы просто не разыгрались, потому что у нас не было времени на разыгровку именно, то есть мы настроились, у нас было очень много проблем с настройкой, как бы с видюхой, там, со звуком, и мы просто не успели разыграться. То есть мы сели, даже по пустой карте не успели побегать, там, пострелять друг друга, и сразу же стали играть. То есть, и как, ну, как видишь, по ходу мы там на первой карте разыгрались, да, уже на остальных как бы все было нормально. Как вообще... Тяжело было играть против зала, там, который за немок болел, или вообще, на самом деле, параллельно все эти вещи? Ну, я думаю, что если бы мы сидели в своих наушниках, было бы тяжело, но так как эти наушники, они просто изолировали практически весь звук, то есть я даже не слышала, как там кто орет, ну, иногда только там свист и хлопанье слышала, но... И нас, по-моему, тоже поддерживали, кстати, я слышала, да, что когда мы брали раунды, нас тоже поддерживали, аплодисменты были в нашу сторону, то есть, ну, как бы не особо тяжело, на самом деле. Считаешь ли ты, что мужики должны были остаться, ну, сборная, поболеть за вас? Они не остались? Ну, я чуть не видел. Ах, они гады. Не, ну, конечно, должны были остаться. Но мы же сидели за них, болели все-таки. Скажи, для тебя эта победа реально вот, ну, так, супер-супер-мега важна? Там, является ли там одну из самых величайших побед в твоей жизни? Или как бы, ну, просто приятно выиграть Nations Cup? Ну,
Да, важна, конечно же. Это же как бы... Мы сейчас играли за Россию, там не то чтобы за клуб. У вас есть это ответственность? Ну, конечно. То есть, как бы, это даже, не знаю, намного больше ответственности представлять именно свою страну, нежели там клуб, для меня так. Потому что, как бы, вот я сейчас играла за команду России, то есть от России. А в клубе там свои тоже темы, то есть иногда есть мотивация играть в клубе, иногда нет, там, ну, как бы, зависит все от условий именно, вот, клубных. А вот за Россию всегда почетно и всегда очень приятно, как бы, выигрывать и показывать свою страну просто с лучшей. Насколько я наслышан, у вас реально между командами в женском Counter-Strike, да, в России, ну, бывают такие какие-то терки свои. Вот тяжело было сейчас играть с одной командой за Россию, все дела? Но эти терки были вообще давным-давно, на самом деле. Ну, уже года два, как нет никаких терок, совершенно все, да, все спокойно у нас, как бы, и все друг друга уважаем, вот, и вполне спокойно, нормально, адекватно играли все в команде, не было никаких конфликтов даже. Вот, то есть все у нас прошло нормально, все люди адекватные собрались, понимающие. Я понял. Ты будешь смотреть мужской финал по Counter-Strike? Мы уезжаем сегодня в 4 утра. То есть сейчас вы на партии, и потом... Да, и потом прямо с партии, там, дай бог, в хорошем состоянии, на своих ногах хотя бы, отправляемся домой. Скажи пару слов о вашем феерическом отеле. Пару слов? В общем, комната 2 на 2, там 4 кровати, телевизора нет, ничего нет, просто в номере делать совершенно нечего. Вот так вот, вот такой вот отель. Зато есть как бы неплохая площадка, где мы вчера делали гриль, жарили сосиски, пили пиво. Ну, то есть, так. У кого останется кубок? Ну, капитана, я думаю. Ну, скорее всего, у нас, наверное, так как нас вообще 4 с команды приехало. Я думаю, что девчонки не будут против, если мы как бы засейвим его для себя. Как тебе вообще вот это вот место проведения? Вот именно вот этот павильон или вообще? Ну, давай про это сначала, а потом вообще. Ну, на самом деле, достаточно маловат. Потому что зрителей вообще нереально много. Мы когда мужской финал, ну, мужскую игру смотрели, то есть мы еле протиснулись вообще, еле место нашли. На полу сидели. Да, музыка ништяк. Вот. Ну, как бы, народу много, это хорошо, на самом деле. То есть люди активные, видно сразу, там, интересуются киберспортом. В России у нас, к сожалению, не совсем все так офигенно, я бы сказала. Это, какие ближайшие планы у команды? У Mousesports? Ну, мы собираемся в начале сентября. Вот, примем участие на Arbalet Female Cup. По-любому будем к нему готовиться, как и тренироваться. И дальше, по-моему, Pan European еще будет у нас в этом году. Ну, а дальше посмотрим. Ну, давай, последние слова там. Благодари кого хочешь. Что-нибудь еще передавай. Привет передаю всем. Всем, кто за нас болел, всем, кто в нас верил, кто нас поддерживал. Ребят, мы старались, действительно, как бы. Ну, привет своему любимому молодому человеку. Да, вот так вот. Вот такой вот. Вот, всем моим друзьям, маме, папе. Вот, и моим тиммейтам, которые сейчас сидят. Я думаю, они его тоже поддерживали, болели. Вот, им тоже привет. Спасибо тебе за интервью и поздравляю вас с победой еще раз. Спасибо.